Сейчас покажу, как у нас работает налоговая. Сначала прислали, значит, налог. 90 было 1335. Окей, 29 числа написано. Оплата единого налога платежа 29. Я оплатил. Денег у них не было. День, два, три. Сегодня появились в кошельке деньги. Значит, тут надпись «Срок оплаты истек», «Оплата сейчас». Сумма к оплате уже 93 500. У меня, соответственно, в кошельке не хватает денег. Вот. Получается, нажимаем «Оплатить». Вот заходим в кошелек, да, как это все нормальные люди вообще как бы делают. Ну, вот это я уже в кошельке. То есть, получается, что они не списали с кошелька, а мне уже начисления делают. Ну, что это за херня? Вот налоги, нажимаем. Мои налоги, тыр-пыр. К оплате 90. Оплатить? Оплатить. Ну, я так как по... Так они мне предлагают с карты это сделать, оплатить. А где оплата с помощью с кошелька-то деньги снять? Ну, идиоты, я не знаю, или я идиот уже, либо это тупая система просто. Это просто жесть какая-то. Вот куда тут можно нажать, чтобы деньги списались отсюда? А это они, походу, мне уже пени начинают считать. Пипец, только в России может быть такая херня.